Видите, на улице сидит, значит, наши двери, все он за своими лапами заделал, все грязно, так видите, идет козлина. А выйдем на улицу. Че, Вася? Нехороший. Че, поводка хорошая, да, Вася? Довольный, что я вышел на улицу, играться хочет. Козлина он такой. Пусть я буду снимать, ничего не видя, потому что на эту камеру снимаю, которую сейчас надо отключить, у меня сзади, там, где я могу видеть. И ни хера не будет не видать. Да, Васька? Погода сегодня исключительная. Не, Васька, уходи. Ты возле моих ног, где мои пальцы кривые. Хороший такой, козлёл наш. Видите, он радуется. Радуется, потому что все стало у нас. Понятно, тепло, солнце. Он такой хороший. Козел. Не, Вася. Хороший. Сюда смотри, Васька, я сейчас снимаю. Эй, козел. Козел. Козлина. Ну, куча маленькая погода стала теплее. И Васька туда на улице аж дуреет. Нюхает. Свои следы, небось. Свои метки и нюхаешь, не, Вася? Козел ты наш, бля. Не. Теперь вы видите, что он не совсем черный, а он как маленький, как коричневый такой. Хороший Васька наш. Давайте посмотрим. Видите, у меня такой бардак маленький еще есть. Хочу вам показать, сколько у нас температура. На сегодня на солнце лежит градусник. Так, мне надо сделать так, чтобы я увидел. Ни хрена не вижу. Ничего себе показывает, почти что 20 градусов, что ли. Расклял бы их не. Вот так вот, ребятки, такая вот погодка у нас есть, солнечная, хорошая. Скоро начнем мы работать, все это убирать везде, где, значит, травка выросла, где, значит, вот цветочки, не, Вашка, все убирать будем, не? Короче, такой, иди мышей лови, я здесь, ага. Короче, такой, да, я. Ну, козел, знаешь. Ну, по-любому, видите, как он чувствует, что все-таки весна, тепло. Видите, даже лук у меня уже после зимы, сейчас ветерок будет здесь. Вот, видите, лук даже уже такой зелененький, поднимается. Это я всего хочу увезти себе на дачу. Ребятки, не обращайте внимания, у меня зубы не вставлены, и поэтому, может быть, как-то моя речь будет по-другому. Видите, лук уже такой хороший вырос. Ветерок. А видите, то же самое, что на даче было, везде мох. Так само и здесь тоже, везде мох. Везде такая шайза такая. Все это мне придется потом убирать. Как-то тут придумывать. Видите, как хорошо на улице. Васька уже убежал. Это мне соседи отдали еще такие вот две мусорные баки. И как правильно говорить? Мельтоны по-нашему. И я их тоже хочу увезти на дачу и там поставить. Ну, что им с ними придумаю. Они со мной хотели их выкидывать. А я им сказал, чем выкидывать, давайте я заберу. И стул тоже от этого тоже, он, блин, грязноватый такой. Тоже хочу забрать себе туда на дачу, там поставить. Как-то вот таким макаром. Видите, еще эта палочка на Новый год, которая утыкнулась в землю. Опа! Вот так они разрывались. Короче, готовимся к весне. Будем потихоньку робить. Значит, все убирать, все косить, все тут. Землю надо вот притрамбовать. Вот видите, тут Васька, это Васька рыл. Соседу туда. Сперва был крот нарыл, потом Васька рыл. А там хорошо, что в том году или 2 года назад сосед поставил такие камушки специально, чтобы коты наши не рыли туда. Как-то вот таким макаром. Видите, даже вот трава вот между камушками. А вроде бы зима была, да? А они все равно зеленые. Вот эта вот шайза, она растет везде, да, Васька? Не, Васька, ты чего же ее не кушаешь, что? Сорняк убирать надо, а я за тебя. Все, Васька, пошел. Ветерок твой, ребятки. Ну все, пойду я у хату. А просто пока видео загружается, загружается, я был на даче, и тут мой Васька так хорошо лежит.
Вот, пойду я его тоже сниму. И Вася, курваша такой наш Васька. Иди сюда. Хорош, давай, джигит. Чуть один глаз слезится. Че, Васька, хороший. Не хочет ни хера. Все эти цветочки, я в принципе хочу вот эти все цветы выкинуть, вообще убрать. Видите, как все, все эти, конструкция вся эта, которая с дерева, она вся такая барахло уже выглядит вообще херово. И я хочу это все это выкинуть, чертовой матери. Ну не знаю, что скажет Валентина Ивановна, но я бы это выкинул, еще в том году хотел выкинуть все это. Но я не думаю, что она мне разрешит. Но я считаю, что это нахер она тут не нужна. Все это убрать надо, и будет все, ну, все будет нормально. Или поставить вот там вот, соседям там вот, вдоль забора. И в общем, самый вариант выкинуть чертовой бабушки. Дальше, Вася, все, тепло. Пошел в хату. Кот там услыхал.